Здравствуйте. Вы хотите знать, кто я? Сейчас я вам расскажу, кто я. Есть киевский летописец Пимен. Знаете, а я не он. Я черновицкий летописатель Пинхус. И сейчас мы с вами поговорим немножечко таки за легенды старых черновиц. Однажды в Масленицу черновицкий житель Георгий Шмундодер собрал семейство и поехал к теще на блины. Дорога к теще вела через заброшенную мельницу, куда Георгий свернул отдохнуть. В заброшенной мельнице Георгию явился некто в черном и сказал: «Приедешь к теще, первый блин не бери, умрешь». Приехав на место и поцеловавшись со стареющей, но все еще привлекательной мамой жены, Георгий сел за стол с удовольствием, предвкушая вкусный блинный пир. Невзирая на предупреждение темных сил, он ухватился таки именно за первый блин. И вдруг на стол вскочил тещин кот Муркотелло и выхватил блины прямо изо рта Руйка Георгия. Тут случилось непоправимое. Блин стал котику комом в горле, и Муркотелло, жалобно мяукнувши, испустил дух. Потом была полиция, следствие, суд, приговор коварной бабе за попытку отравить зятя, раздел имущества и тому подобные скучные бытовые мансы. А память о героическом поступке котика Муркотелло осталась в народных пословицах. «Не все коту масленица блин», говорят черновчане. Или первый блин комом и хитро так, загадочно прищурился.